Добытчикам грунта в языковой балке назначили штрафы по 450 тысяч рублей. Также нарушители природоохранного законодательства должны возместить материальный ущерб в размере 81 миллиона рублей. При этом с незаконной добычей и продажей гальки предприниматели заработали всего 3 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. Нахимовский суд города вынес приговор в отношении двоих севастопольцев. Они признаны виновными по пункту А части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб государству и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой. С апреля по ноябрь 2019 года предприниматели незаконно добывали гальку в языковой балке на участке сельскохозяйственного назначения в водоохранной зоне. Земельные работы они осуществляли под видом противоползневых мероприятий. Осужденные добыли более 54 тысяч тонн гальки, чем причинили Севастополю ущерб на 81 миллион рублей. Отметим, телеканал НТС снял около двух десятков материалов о незаконной добыче грунта в языковой балке. 5 лет Севастопольцы и общественники борются за сохранение побережья на северной стороне города. Несмотря на суды и предписания о прекращении работ, тяжелая техника систематически возвращалась на территорию, делая перерывы в несколько месяцев.